Друзья, всем привет, спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал, а у меня на канале очередной продукт от компании Xiaomi. Что ж, приступаем к распаковке очередного продукта от компании Xiaomi. Судя по дескрипшену, который у нас называется Electrical Socket and Plug Adapter, а на самом деле это у нас сетевой фильтр. Сетевые фильтры от Xiaomi я уже на канале распаковывал когда-то давно. Ссылочка будет вот наверху экрана. Но тот сетевой фильтр был с USB разъемами. Этот сетевой фильтр должен быть без USB разъемов. Вот, он достаточно объемный по ощущениям. Обошлась посылка в 632 рубля или примерно $10. Добралась очень быстро за 9 дней. И прям неожиданно так хорошо пришло. Соответственно, ссылочка вот такого скоростного продавца будет, конечно же, как всегда, в описании к видео. Вот. Давайте распаковывать. Как-то интересно так запаковано. Похоже, два пакета надеты друг на друга. Ну-ка проверим мое предположение. Точно. Не влезло, видимо, в стандартный пакет у продавца, и он одел в два пакета. Плюс еще упаковано в мягкий материал, еще куча скотча здесь. В общем, упаковано надежно, супер классно. Продавца я уже могу поблагодарить за такую тщательность и за понимание, как это все правильно нужно упаковывать. Тем не менее, несмотря на отличную упаковку, немножечко здесь вот промялась эта сторона, здесь чуть-чуть раздавилась, ну вот в эту сторону выперла. Вот она, Power Strip так называемый, то есть сетевой фильтр. Xiaomi-овская коробочка. Так, ну конечно, который досталось при транспортировке, тем не менее. Но сомнений в том, что все добралось успешно, у меня тем не менее нет. Так, антистатический пакет, все как положено. Все уже, можно сказать, стандартно. Ну, антистатический пакет, заметно, что это стандартный от всех Power Strip'ов. То есть сюда и большой фильтр тоже влезет. В комплекте маленькая инструкция. В чем удобство у нас этих сетевых фильтров? В том, что у них здесь вот эти вот розетки, они универсальные. То есть, например, запитывая умную розетку или запитывая, допустим, камеру, если у нее стандартный разъем вот такого плана, то есть вам не потребуются никакие дополнительные переходники. Единственное, переходник, тем не менее, потребуется на сам Power Strip, потому что у него розетка, опять-таки, китайская. Ну, можно, в принципе, это продемонстрировать вот таким образом. Вот. Вот это так. Так, длина кабеля у меня здесь коротенькие. Я заказывал метр. Больше мне не нужно. Здесь пленочка. Это все в топку. Вот такой вот замечательный с защищенными контактами сетевой фильтр. На нем написано максимально 2500 ватт. Вот здесь характеристики, они немножко так выгравированы, судя по всему. CXB3-2QM моделька. 2500 ватт максимально, 10 ампер максимально, 250 вольт. Это все, что можно на нем прочитать. Вот такая вот посылочка. Я спешу ее у себя поставить там, где я ее запланировал. А вас же я в конце видео, как всегда, благодарю за его просмотр. В конце у меня остались только формальности. Те, кто еще не подписался на группу в социальных сетях моего YouTube-канала, сделать это можно по ссылкам в описании к видео. Если вы соберетесь приобретать этот товар, либо что-то еще на просторах интернета, то не забывайте обязательно использовать кэшбэк-сервисы. И те кэшбэк-сервисы, которые использую, я рекомендую, ссылка на них будет в описании к видео. А если вы считаете, что мой канал заслуживает небольшой поддержки, то свои 5 копеек бросаем по самой нижней ссылке в описании видео. Все, друзья, всем счастливо, пока! Love you.